Копчик вверх, поставьте колени вместе. Два. Выдох. Еще. Отходим от Агни Саратхавы. Еще раз поглубже вдыхаем. Выдыхаем. Пятки сожмите. Руками уведите в начало коврика. Подверните таз. Локти присгибаются. И поднимаем колени вверх. Подвернули таз. Вдох. Сжимая пятки. Выдох. Опускаем плечи вниз. На подъемах вдох. Можно на колени опуститься, если сильно тяжело. Выдох. Плечи поддавайте вперед. Подворачивайте таз. Отжимаемся вверх. Вдох. Правая нога вперед. Левую упираем на носок сзади. Выдох. Руки вверх. Вдох. Выпрямите ногу сзади. Хорошенько. Выдох. Живот лежит на бедре. Руки стараемся поднять повыше, не отрывая живота от бедер. Опускаем руки вниз. Вдох. Разворачиваем сзади ногу. Правый локоть на правом колене. Вытягиваемся рукой и поднимаем вторую руку с выдохом. Вдох. Смотрим под левую подмышку. Выдох. Опускаем руки вниз. Вдох. Опускаемся на колено на подъем левой ноги. Выдох. Левый локоть на правом колене. Разноименная рука и нога. Со скруткой вытянулись правой рукой и подняли сзади колено. Можно остаться с локтем на колене, либо поднять две руки вверх. Вдыхаем. Либо вот такой вариант. Вот. И рукой вытягиваемся так, чтобы была рука продолжала правый бок. Не сюда, а вот на предплечье опирайтесь. На предплечье. Ага, вот. И теперь вытянуться. И ногу заподнять. Да? И в небо посмотреть под правую подмышку. Под правую подмышку. Вот ее надо увести в бок. Хорошо. Опускаемся. Находим ногу назад. Вдох, носки прямо в пол, верхний упор, выдох, вдох, с выдохом сгибаем колени, уходим собаку мордой вниз, стопы чуть вперед, и разминаем ноги, одна вверх, пятка одна вниз, локти чуть присогнуты, шея расслаблена. Выдох. Плечи вперед, вдох. Опускаемся на колени. Колени вместе, носки оттягиваем. Отворачиваем таз. Выдох. Колени вверх. Плечи над ладонями. Шея ровная. Таз подвернут. Выдох. Пятки плотно сжимайте. Колени подтягивайте. Опускаем плечи вниз. Вдох. Можно на коленях, если тяжело. Локти к корпусу. Подвернут вес на руках. И выдох. Отжимаемся вверх. Вдох. Колени на пол. Правая нога. Вперед. Левая, смотри. Левая. Левая. Поменялась нога. Сзади носок упираем в пол. И с выдохом руки вверх. Выпрямляем сзади ногу. Вдыхаем. Так, закрыт. Переднем колене 90 градусов. Сзади старайтесь распрямить колено. Руки выше. Хорошо. Левый локоть на левое колено. Разворачиваем ногу. Пятка смотрит на пятку. Вытягиваем в другую сторону. Одноименная рука и нога. Если получается, две руки вверх. Вдыхаем. Смотрим под правую подмышку.
другую сторону. Вот этот локоть на этом колене. Так. И вот. Ну, только тут линия, вот пятка, это должна быть вот здесь, где мой палец. Хорошо, тянемся двумя руками, если получается. Опускаем руки вниз. Выходим на колено. На подъем. Теперь разноименная рука. Правая рука, левое колено. Левая рука вытянулась. Отведите плечо назад, посмотрите под левую подмышку и подняли вверх правую ногу. Если получается, две руки вверх. Дышим. Вдох. Потянулись за руками. Во. Выдох. Хорошо. Выходим. Да. Выходим назад ногой. Носки вправим в пол. Отворачиваем таз. Локти чуть-чуть пригибаются. Дыхаем. Выдох. Нагибаем колени. Копчик вверх. Носки чуть вперед. Пятка вверх-вниз. Разминаем. Локти присогнуты. Хорошо. Два. Плечи вперед. Выдох. Опускаемся на колени на подъемы. Оттягиваем. Вдох. Отталкиваем пол. Теперь округляем спину. Подбородок к груди. Можно на коленях остаться, либо колени приподнять над полом. Чуть-чуть они могут оставаться присогнутыми. Оттолкнуть хорошенько пол, округлить спину. Вдох. Выдох. Отталкивайте пол. Подтягивайте подбородок груди, таз ниже, дим, таз ниже, 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 еще максимально низко таз и подворачивайте его к лицу. Не надо, тут задача округлить спину, включить руки. Хорошо, опускаем. Да? Правая нога вперед, левая сзади. Разворачиваем ее опять носком в пол и длиннее постоим в этом положении. Вытянулись одной рукой, второй. Смотрим под левую подмышку. Дышим. Два. Можно опереться на один локоть. Хорошо. Оп. Тут ровно ленишься. Удобнее друг на друга. Чуть ниже писать. И вот здесь пятка. Вот так. Еще на одной линии даже пятки стоят. Стоим второй, да? Второе дыхание, вдох. Чуть ниже, представьте, ниже. Выдох. Стоим. Хорошо, опускаем руки возле согнутой ноги и стараемся ее выпрямить. О, правую ногу. Она может остаться чуть присогнутой. Если выпрямилась, наклоняйтесь к этой ноге, уходите руками назад. Дыхаем. Смотрим, что пятки у нас стояли на одной линии. Один носок смотрит прямо, один в сторону. У меня влево он смотрит. Дыхаем. Расслабляйте заднюю поверхность выпрямленной ноги, внутренние подколенные сухожилия. Внутренней поверхности ноги. Но. Выдох. Еще раз вдыхаем. Выдох. Хорошо, проходим руками вперед, разворачиваем носок, уходим рукой назад, другая нога вперед, левая, разворачиваем носок в сторону, пятка на пятку смотрит,
Левый локоть на левом колене одноименно. Вытянулись рукой. Если получится, две руки подняли. Вытянулись руками. Два. Ладони смотрят друг на друга. Ровная линия. Нога, корпус, рука. Выдох. Ниже стараемся присесть. Облегченный вариант с локтем на колене. Еще раз вдыхаем. Выпускаем. Выпрямляем ногу. Колено может остаться чуть присогнутым. Наклоняемся к левой ноге теперь. Дыхаем. Выдох. Вдох. Расслабьте шею, позвольте голове вниз склоняться. Выдох. Ты можешь чуть шире ноги поставить. Дальше. Ага, дотягивайся. Вдох. Хорошо, один носок четко вперед смотрит, другой четко в сторону, вправо у меня сейчас. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо. Руки перед собой, краем носок. Сзади уходим ногой.